В аэропорту пилота встретили с кубанским размахом, народными песнями и хлебом-солью. Сейчас у меня послеполетная реабилитация будет происходить в санатории Дагомыс, поэтому 21 день, как это делается обычно у космонавтов, после итоговых работ, послеполетных, производится такая реабилитация в специальных санаториях, где космонавты возвращаются в условия земной жизни, отправляют свое здоровье для того, чтобы потом пройти врачей и вступить в новый экипаж дальнейших полетов. Соглашение о том, что российские космонавты будут проходить реабилитацию на кубанских курортах, было подписано между Краевым министерством курортов, туризма и олимпийского наследия и Центром подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Теперь пилоты смогут восстановить силы и подготовиться к новым полетам в лучших здравницах и пансионатах края. Пилотный проект стартует именно в Сочи. Сергей Прокопьев вернулся на Землю всего месяц назад. На борту МКС он пробыл практически 200 дней, в том числе 8 часов провел за пределами станции. Выход в открытый космос для него стал первым в карьере.